Посмотрите, что происходит в Москве. Мы уже видели. Alexei, are you worried now? Are you nervous? No, not at all. Национальные богатства. Их лидер, 33-летний Володя Путин, будущий самый богатый человек планеты, жил здесь. В те времена все было просто, и уровень злодеяний примерно соответствовал... Дорогу! Дорогу! Города Москвы от 4 августа 2017 года, испытательный срок, установленный приговором Замоскворецкого районного суда. Я тебе покажу сюда, ты телевизируешь. Что, видно здесь? Я думаю, они сейчас сами залетят в аппарат. Порядок пришел. Ну, то есть они не врубают ГЗ. В каких условиях содержится Алексей Навальный? Ну, благодаря многочисленным свидетельствам адвоката.